она не берет трубку. Маринет, оставьте сообщение. Пип! Привет, Маринет, это мы. Привет. Хотели сказать, что мы рядом, если захочешь поговорить. В любое время, где хочешь, перезвони. Мы тебя любим, обнимашки. Надо что-то делать. Нам нужна Тики. Я все сделаю. Почему ты не используешь говорящую коробочку, чтобы поговорить с подругами? О чем? Все нормально. Может быть, нужно перевоплотиться? Нет, мне лучше так. Если мотылек нападет на Париж, я буду готова в любое время. Да, но как же Тики? Может, ей надо отдохнуть, поесть что-нибудь? Точно! Тики, перевоплощаюсь! Ну как ты, Тики? Лучше, чем ты, Маринет. Нам надо бы поговорить. Может, пойти к ней домой? Что скажете? Подарим ей браслет вечной дружбы, чтобы она не забывала, что подруги могут всем делиться, и мы всегда будем рядом. Я читала в журнале, что в древнем южноафриканском племени делали так: рассказываешь тайну бусинки про себя. И когда Маринет добавит свою тайну, этот браслет объединит нас навсегда. Ю-ху! Готовы? Серьезно, может, лучше вытащить ее попить смузи и помочь с любовными переживаниями? Ну ладно. Пока я Леди Баг, я не могу никого любить. Почему ты так говоришь, Маринет? Ты знаешь, почему? Мне пришлось расстаться с Люка, потому что я не могла сказать правду. То же самое было бы с Эдрианом. Я не могу поделиться своей тайной ни с кем. Я не могу быть честной ни с подругами, ни с родителями, ни в чем. Наверное, я обречена вечно быть лгуньей. Что мне делать, Тики? Если бы я знала. Но к вами не влюбляются. Видишь? Мне никто не поможет. Жизнь Маринет слишком сложная. Лучше уж все время быть Леди Баг. Тики, давай! Маринет! Маринет! Ух ты! Смотрите, девочки, что-то новенькое. О, какой он милый! Еще один крутой шедевр Маринет. Наверное, она во дворе. Я ее позову. Ну чего же ты ждешь, мотылек? Я здесь! Маринет? Перевоплощаюсь! Маринет! Что ты тут делаешь? Мы просто решили тебя проведать. О, прямо настоящий домик! Снимем крышу, посмотрим, что внутри. Не трогай, отойди! Прости, Маринет. Пожалуйста, уйдите из моей комнаты. Успокойся, Маринет, это просто кукольный дом, мы поможем. Не поможете, уходите. Ладно, Маринет, у тебя явно что-то случилось, и мы не уйдем, пока не расскажешь, что. Все рассказали свой секрет этому браслету. Теперь твоя очередь. Случилось только то, что вы пришли и торчите у меня в комнате, а это не круто. Если мы правда твои подруги, ты поделишься. Подруги никогда друг друга не подводят. Может, я не хочу больше дружить с вами. Вон отсюда! Братики, мне пришлось. Я понимаю, Маринет. По крайней мере, теперь не нужно врать. Мне просто будет некому врать. Идеально. Я так рад, что позвонил тебе, Маринет. Как тебя отблагодарить? А давай на 89% опоздаем в кино. Точнее, попоем под зонтиками из мороженого. Я так рада, что смогла помочь и что ты благодарен. Спасибо тебе за то, что говоришь мне спасибо. Нет, я хотела сказать... Маринет, не надо меня благодарить. Это я должен сказать спасибо. Ну, мне пора. До скорого. Спасибо, что говоришь спасибо. Я как обычно все испортила. По-моему, ты все усложнила. Могло бы быть проще. Ты права, Тики. Мне нужен второй шанс. Надо снова сломать его крыло. Я поставлю удочку этажом выше, крючком подцеплю крыло и оторву его. Когда Эдриан снова мне позвонит, я снова пришью крыло, и он снова скажет мне спасибо. И теперь все еще сложнее. Любовь всегда сложная, Тики. Маринет, я совсем запутался. Отлично, дедушка, но мне некогда. Мне нужно достать удочку. Веселитесь, я скоро вернусь. Привет, классная удочка. Правда? Маринет! Красная бабочка превращается в белую! Чистенькая!
Да что вообще творится в этом мире? И почему здесь все стало так сложно? Полное смятение дедушки, который столкнулся со сложностями современного мира. Как сложно адаптироваться, особенно если кто-то застрял в прошлом. Лети, мой маленький Акума, и помоги ему упростить этот невероятно сложный мир! Распутывальщик. Меня зовут Мотылёк. Распутывальщик? Что это за сложное имя? Ну, может, тогда доктор Износ? Я никакой не доктор! Может, Простак так подойдет? Да, это просто. Хорошо, слушай, Простак. Леди Баг с Суперкотом тоже усложняют мне жизнь, поэтому я даю тебе силу упрощать все вокруг. А, вот теперь понимаю. О, нет, дедушка Роланд! Из-за нас в вас вселился Акума? Не волнуйтесь, дети, проблема не в вас. Проблема в нынешнем мире. И я сейчас покажу вам, насколько жизнь лучше, когда она проще. И не забудь о своей простой задаче. Принеси мне талисманы Леди Баг и Суперкота. Проще простого. Один удар пекарской лопаты достанет всех и героев, и злодеев. Стой! Упрощение! О, нет... Ох, глупый злодей, ты задел меня! Я заберу твою силу назад! Определись уже, нужны тебе талисманы или нет? Да, давай дальше. Видишь, как жизнь проста, если ничего не усложнит? Вижу официантку. Удачи, Маринет. Привет! Я Марино. Прости за опоздание, мне в последнюю минуту сказали, что я заменяю официанта. Он заболел. О, очень приятно. Меня зовут Сара. Расклад такой. Это частный ужин с важными гостями. Мы должны быть невидимы. Мы вступим в контакт с хозяином, только когда он будет проверять нас по отпечаткам пальцев. Проверять нас? Это входило в план? Мы подготовим еду в кухне и будем следить за детьми. Взрослых обслужат роботы. За мной. Все будет хорошо. Я сильный, буду носить тяжелое. Не переживай, напарница. Спасибо. Я в доме. Да, ты молодец. Почему ты сегодня все делаешь сам, Габриэль? Если тебе нужно больше слуг, мог попросить, мы бы одолжили. Приветствовать тебя это не работа, дорогая Одри. Мсье Агрест, я должна показать вам видео, это очень важно. Нет! Ой, мой телефон. Кажется, ты обронил. Спасибо. Точнее, спасибо. А мы знакомы? Вряд ли, я здесь никого не знаю. Так, вы должны это увидеть, вы готовы? У меня нет времени, мадемуазель. Идем, милая, Габриэль явно очень занят. Габриэль, я так благодарна тебе за то, что ты отдал фамильное кольцо обратно Феликсу. Это было правильное решение, Амели. Ты мудро поступил, отец. Я могу обслуживать детей. Я всегда с ними хорошо ладил. Нет, лучше останься на кухне. Покажи, что она принимает неверное решение, Маринет. О, нет! Я такой неуклюжий! Ладно, тогда иди к детям. О, смотрите, Калиповый Эдриан. Если бы я не была Хлоя Буржуа, ты бы даже смог меня провести. Ну что ты, Хлоя, я и есть Эдриан. О, прости, Эдрикинс. Ты глупая, впрочем, как всегда, Хлоя Буржуа. Мсье Агрест, вы свободны? Посмотрите мое видео. Все телефоны у гостей заберут на время ужина. Конфиденциальность необходима, когда речь о крупном бизнесе. В доме глушится.
глушитель звуковых волн. Она с этим справится. Эдриан, проводи друзей в свою комнату. Да, отец. Вот ты где. Прости, я вроде говорила, что мы должны встретиться. Встретиться? Ну, чтобы ты вернул его мне. Вернул? Что я должен вернуть? Ну, талисман собаки. Но ты мне ничего не давала? Конечно, давала. В поезде. В поезде? Феликс. Чего ты хочешь, Феликс? Я хочу настоящий талисман павлина. И ты сейчас мне его дашь. Я не знаю, о чем ты говоришь. Хочешь, чтобы я рассказал Эдриану про тайный код на картине? Тогда дай мне то, о чем я прошу, а взамен я предложу кое-что получше. Талисманы Леди Баг и Суперкота? Нет. Все остальные талисманы. И это. Оно мне больше не понадобится. Пока Леди Баг не перевоплотилась, мне достаточно сказать одно слово, и ее волшебный портал к талисманам будет твоим. Решай скорее. Время идет. Я не уверен, что ты не используешь талисман павлина против нас. Если бы я хотел навредить тебе, дядя, то сделал бы это уже давным-давно. Дусу, я тебя отдаю. Апорт! Ты проиграла, Леди Баг! Наконец-то! Мячик! Собаки! Феликс! Ее у него! А это значит, и все талисманы! Наконец-то мое заветное желание исполнится! Леди Баг, успокойся! Думай, должен быть способ вернуть твое ее! Да! Может, если я перевоплощусь и... Давай, здесь ты в безопасности. Я ничего не знаю, я... А вдруг это ловушка? Вдруг Феликс, это ты? Ты хотела мне довериться? Так доверься сейчас. Перевоплощайся. Пожалуйста, скорее, Тики. Мы не можем позволить ему забрать все талисманы. Надеюсь, что-то еще осталось. Лежать. Барк, я тебя отдаю. Готово! Тики, давай! Нет, ничего не осталось! Леди Баг? Я проиграла! Парижане! Леди Баг обещала защищать вас. Она солгала вам. Она проиграла. Я забрал у нее все талисманы, и теперь я могущественнее, чем прежде. Теперь я буду нападать на вас без пощады. Я буду везде проникать в ваши мысли, красть ваши сны, взывать к вашим страхам. Я буду разрушать все. Я не остановлюсь, пока кто-нибудь не принесет мне талисманы Леди Баг и Суперкота. Я все потеряла. Ты не потеряла меня. Почему ты не бросаешь меня? Я потеряла все талисманы. Я худший хранитель на свете. Я хотела все контролировать. Я не слушала тебя, врала тебе, не подпускала близко. Каждый раз, когда ты предлагал помощь, я не соглашалась. Я действительно все испортила. Миледи. Вернем их один за другим. До самого последнего. И сделаем так, чтобы это не повторилось. Ты и я. Ты лучшая супергероиня на свете. Они жители Парижа. И я. Твой верный напарник.